Мой меня попросил, посоветуй, уж нет больше сил, как найти свой душевный покой в этой жизни нелегкой земной. Я окинул его своим взором и задумался пред разговором. Все обдумав, начал отвечать, как покой свой земной отыскать. Не стремись никому угождать, научись любовь излучать. Пусть энергия светлой души светит людям в темной глуши. Но для этого праведней стань, греховодить навек перестань. Не стремись быть таким же, как все, а иди по своей полосе. В это время порочных страстей, средь соблазнов различных мастей, очень сложно духовно подняться, если будешь на все озираться. В мире денег, насилия, власти очень важно духовно не пасти. Испытания жизни пройти, свой единственный путь обрести. Кодекс чести души очень важен, без нее жизни путь безобразен и ведет к разрушению души. Никогда совесть, друг, не глуши. В наших душах она, голос Бога, не должно быть у нас нею торга. Она светоч миру греховодников и основа для Бога угодников. Желаний мирских бесконечен, путь земной в этом мире не вечен. Для души важен только лишь опыт и благие священные тропы. Очень важно тебе осознать, что в семье ты хочешь познать. Свой духовный найти ориентир, вот тогда обретешь в душе мир.